Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Я не могла не прийти, потому что я считаю, что я должна последнюю танчевую подать. Не боялись? Страшно было очень, и мы пораньше приехали, стояли и, так сказать, долго прятали свои цветы, камеры. Сейчас я понимаю, что надо это делать.